Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Лаомедонт, царь Трои, отец Приама. Лаомедонт, согласно Лесфу, является также отцом Ганимеда, за похищение которого получил выкуп от Зевса в виде прекрасных коней. По воле Зевса у него в рабстве оказался Посейдон и Аполлон, наказанные за поддержку бунта Геры. Посейдон построил стену вокруг Трои, а Аполлон пас царских овец, либо Посейдон и Аполлон вместе выстроили стены Трои. Лаомедонт обещал принести им в жертву весь скот, родившийся за год. Лаомедонт отказался заплатить Аполлону и Посейдону за то, что они помогли ему возвести стены Трои, и в отместку боги послали к берегам Трои морское чудовище, которому должны были принести в жертву дочь Лаомедонта, Гесиону, если бы ее не спас Геракл. Потом Лаомедонт отказался отдать Гераклу обещанных ему коней, которых Лаомедонт выменил у Зевса на Ганимеда, за что Геракл через некоторое время разграбил Трою, убил Лаомедонта и всех его сыновей, кроме Приама. Ну вот так вкратце о царе Трои, отце Приама Лаомедонте. Пока-пока, до свидания.